Всем привет, дорогие зрители, с вами Аркадий, и это 12-й выпуск «Охоты в выходные». И прежде чем начать, давайте немного болтовни. Этот выпуск последний в этом году, потому что я больше, в принципе, не успею отснять и что-то найти. Но я так рассчитывал, что будет где-то 10-12 выпусков, это нормально. Давайте обсудим такой момент по поводу обмена по почте играми. Не стоит обижаться, если я с вами не поменялся. Игр не так много на обмен, допустим, в прошлый раз Mortal Kombat был всего в количестве 6 штук, и все сразу захотели его обменять. С кем я хотел обменяться, я обменялся, меня заинтересовали их предложения. С кем я, может быть, хотел поменяться, я обычно писал ВКонтакте, я подумаю или еще что-то. Просто, возможно, были еще предложения более интересные или равнозначные предложения, либо предложения были в моем городе. Если я с вами не поменялся, не обижайтесь. И второй момент по поводу переписки ВКонтакте. После каждого видео ко мне добавляется, наверное, человек 30 новых людей в друзья. Все задают свои вопросы. Помимо этих людей, старые друзья задают вопросы. Если я кому-то не отвечаю, или забываю ответить, или отвечаю какую-то хрень, тоже не обижайтесь. Реально, просто очень много вопросов приходит. Я один, а вас много. Так что, вот такая-то ситуация. Ну, давайте перейдем к тому, что удалось наохотить. Наохотилось очень много. Не знаю, почему, вроде прошло полторы недели, но довольно много. Возможно, хронология покупок маленько сбита, но я думаю, это не так важно. Давайте начнем. Ну, первое, это вот эта PSP, которую я в прошлый раз показывал. Она была в пакетике, вся разобрана, я ее починил. Теперь она полностью исправна. У нее была проблема с драйвером подсветки. Его перепаяли. Собрал, все работает, но не работал привод. Плохо читал диски. Хорошо, у меня был донор. Я заменил привод, теперь она полностью исправная. В отличном состоянии, все работает. Так, следующая покупка. За этой покупкой я довольно долго гонялся, ну не очень долго, но очень хотел я ее. И на моей памяти было всего два предложения на Авито за все время, ну сколько я смотрел. И второе предложение я как раз и приобрел. Это розовая вторая Сонька. Она в отличном состоянии, все работает, все читает. Ну, немного есть царапки, но это фигня, в принципе. Она чипованная. Не знаю, камера, наверное, не передаст ее цвет, на самом деле. Но кто ее видел вживую, она такая реально ярко-розового цвета. Так, и с ней было два геймпада. Один розовый, но он был неисправный, у него был сломан стик, просто вообще сломанный. Я его перепаял, все сделал. Черный геймпад был с ней еще. Ну, он был в отличном состоянии, немного пришлось помыть его, а так все хорошо. Оригинальная розовая карта памяти на 8 мегабайт. Ну, естественно, все провода, блок питания. Сейчас давайте я уберу это. И в комплекте к ней отдали кучу пиратских дисков. Давайте я, наверное, вам покажу. Я их, естественно, держать не буду у себя, я их либо продам, либо поменяю. Давайте вот так начнем. Так, там оказалось в коробке три игры для первой Соньки. Ну, это пиратки. Их я, наверное, оставлю у себя. А вот для второй. Здесь несколько дисков в пакетике. Я даже не смотрел, мне это неинтересно. Болванки саморезные. Ну, вот такие диски. Я не буду их называть, просто покажу. Да, как вы, наверное, можете заметить, у меня голос маленько хриплый, но я не знаю, будет ли это заметно на видео или нет, но я реально еще не выздоровел. Но откладывать до выходных выпуск я не стал, так как очень много просьб скорее снять. Зрителям не терпится. Так что не обращайте внимания на мой голос. Коробочки я тоже не скрывал, не смотрел, есть ли там диски, нет. Ну, вроде есть, по звуку есть. Реально много пираток, не знаю, зачем они мне. Ну, раз отдали, я забрал. Да, приставку я приобрел за 3000 рублей, но это хорошая цена для такой приставки, для розовой Соньки. Даже не считал, сколько пираток. Вроде приличное количество. Так, давайте теперь это я уберу все, чтобы это нам не мешалось. Так, и среди этих пираток обнаружилось две лицухи. Две это, конечно, немного, но они
в отличном состоянии, с буклетами. Таких игр у меня не было. Так, следующая покупка. Я поехал к одному человеку, тоже по объявлению, решил приобрести у него игры для второй Соньки. Мы сторговались, я забрал намного дешевле, чем он хотел. Давайте я вам их покажу. Так, это SXX, Mortal Kombat Armageddon, FIFA 09, Tony Hawk's, Crimson Sea, Splinter Cell и Hitman. Все они в полном комплекте, в отличном состоянии. Ну, может, есть немного царапины. Это, как я уже говорил, это фигня. Вот этот диск мне очень понравился. Как видите, это трилогия, тут три игры. Но самое, что интересно, тут три диска. То есть это вот такой мини-бандл, так сказать. Да, поговорив с этим человеком, я поинтересовался, может, у него есть сломанный геймпад для второй Соньки. Потому что мне нужен был стик для того розового джойстика, который был сломан. Мне нужен был стик. Он говорит, да, есть. Пошел домой и вынес мне этот джойстик. Какое же было мое удивление, когда это оказался тоже розовый геймпад. Как видите, я перепаял стик отсюда. Ну, геймпад был глючным. Он то виделся Сонькой, то не виделся. Но решено было его дербанить на запчасти. Такой геймпад. Ну, и решил я все-таки спросить у него, какая же у него Сонька есть на продажу. Это оказалось еще одна розовая Сонька. Забрал я за 1200 рублей. Она не чипованная. Пломба на месте. Она немного в худшем состоянии, чем та. Здесь, походу, погрызли ее мыши. Я не знаю, что произошло с ней, но она сломана здесь. Кусочек. А так она все работает, все читает. Все нормально. Естественно, с ней были все провода. Еще один розовый геймпад. Еще одна карта памяти. Тоже розовая. Единственное, что плохо, ни у той, ни у другой не было коробок. А без коробок мне очень интересно смотрится на полке. Ну, от розовых приставок я не мог отказаться. Это, ну, не редкость, но все-таки они не часто у нас попадаются. Также у меня подогнал, ну, я рассказал ему, для чего у него нужны приставки, что я собираю игры. Также у меня подогнал в коллекцию две игры на Sega. Это в больших коробках, бигбоксы, игры из 90-х. Таких игр у меня еще нету. Там уже в коробочках. Так, ну давайте следующее. Следующим я приобрел Assassin's Creed. Ну это классик. Приобрел их в количестве 7 штук по 99 рублей. Это остатки из видео. Я специально взял одну себе и 6 также на обмен, если что. Кому интересно, пишите, поменяемся. Ну, естественно, наверное, уже после Нового года. Сейчас уже не успеем. Так. Далее по обмену пришел Бринг, который я не успел забрать в видео за 99 рублей. И по почте пришли эти игры. Это Spider-Man на PSP, Черепашки-ниндзя, Code of Arms и Gran Turismo. Также пришел такой камуфляжный чехол на геймпад 360 Xbox. Это было по почте, а Бринг был в Уфе обменен. Так, ну давайте, наверное, вот это еще покажу. В воскресенье я поехал на радиорынок кое-как, но я договорился с человеком, что я приеду, встречусь и уеду сразу. Так что я заставил себя встать с постели и поехать. Приобрел игру по 150-200 рублей. Это Forza Motorsport 4. Она двухдисковая. Ну, в отличном состоянии тоже, как обычно. Need for Speed The Run. Тут не было коробки, что засунуть его в конверт. И была еще одна игра, это Halo. Но она у меня в коллекции уже была. Я ее поменял с человеком в Уфе на другие игры. Чуть позже я вам их покажу. Также на радиорынке были приобретены игры на Денди. Ну как игры? Вот это вот правило дорожного движения был приобретен за 5 рублей картридж. А вот эти уже по 50 рублей. Но это тоже довольно нечасто у нас попадается, потому что скупщики уже все, что можно, скупили. Я решил их забрать. По поводу Halo.
человеком, который я поменялся, я поменял его на вот этот Doom. Он запечатанный. Это какое-то специальное издание в картонном боксе. Также я поменялся с ним на «За гранью». Это новый запечатанный диск, я еще его не скрывал, не играл. И в прошлый раз, в прошлом видео я показывал, что у меня пришел Watch Dogs, и у меня он был дублем. С этим человеком я поменялся на Drive Club, специальное издание. Ну, то есть один к одному. Новый диск на новый диск. Также я еще не скрывал его. Надо будет поиграть. Так, также по почте пришли мне... А, нет, сначала вот это. Еще я поменялся с ним пару игр на пульт управления для третьей Соньки. Не знаю, я хотел его купить, но тут подвинулся под руку. Теперь можно лежать и тыкать в приставку. В принципе, можно было сделать это с геймпада, но пультик, мне кажется, как-то удобнее. Да и пару игр за него это не так уж много. Так, далее по почте. Это пришло мне вчера, я забрал после работы. Это Fantasy Star, запечатанный диск для второй Соньки. И Gran Turismo 3. Это специальный бокс, это в красном боксе он находится, эта игра. Она шла, ну, судя по всему, бандлом. Тут написано, не для продажи отдельно. У меня была эта игра, точнее была эта коробочка от этой игры, она была у меня черная, а здесь красная. Что удивительно. И в коллекции у меня еще и нет. То есть есть пустая коробка с утерянным диском. Так, ну и последний обмен. Это ко мне приезжал мой зритель. Приехал ко мне домой посмотреть мои игры. Заодно привез несколько игр на вторую Соньку. Это Crash Битва Титанов. PES 11, Mortal Kombat Shaolin Monks, Killzone. Но этот Killzone у меня является дублем, так что можно на обмен. Принц Персия. Эта игра тоже у меня является дублем, тоже на обмен. Также он принес еще одну пиратку. Ну, не знаю, она мне не нужна. Ну и еще одна вторая Сонька. Забрал я ее за 500 рублей, она не чипованная. А игры я поменял на другие игры. Ну, то есть, довольно хорошее предложение было. Я дал ему 500 рублей и 2 Mortal Kombat, вот за это все. Единственная Сонька была без геймпада, и он также забыл мне привезти композитный провод для этой Соньки. Ну, это не беда, я думаю, потом встретимся и заберем. А да, я чуть не забыл. Недавно, пару часов назад, пришла еще одна покупка. Это первая Сонька, Слимка. Она в отличном состоянии, все работает, все читает. Она чипованная. И геймпад для нее. Забрал ее за 1000 рублей. Ну вот так, такая это была неделя, точнее полторы недели. Такие это были покупки, такие находки. Конечно, я болел, если бы не болел, может быть, было и больше, но я думаю, и так немало. Ну, всех поздравляю с наступающими праздниками. Всем хорошего времяпрепровождения, много не пейте. Думаю, следующее видео будет после новогодних праздников, потому что я уезжаю, меня не будет в городе. Как раз все новогодние каникулы. Я уеду в Северную Осетию к родителям. Но я думаю, там я кое-что прикуплю. Я знаю, там один магазинчик, и там я видел, продавались лицухи для второй Соньки. Посмотрим, сколько они там будут стоить. Если недорого, то я заберу. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока.